Всем привет. Сегодня у меня Samsung Galaxy S6 Edge. Такой вот интересный дисплейный модуль. €170 его цена на сегодняшний день. Буквально полтора месяца назад я менял один за €240. И вот за полтора месяца цена упала. На сегодняшний день замена такого дисплея у нас составляет €180. 170 его цена, как я уже сказал. Вот, не оригинал. Хотя можно оригинально найти за такую же цену. Вот, ну, качество хорошее. Синий металлик. Вот. Телефон у меня на сепараторе. Снял такой вот зеленый металлик. К сожалению, такого цвета у нас не было. Клиенту предложили то, что было. Снимаем сепаратор, прогрели крышку. До 100 градусов. И она достаточно легко снимается. Так себе видит дисплейный модуль. Достаточно хорошо снялась крышка, двусторонний скотч. В сохранности можно будет на него и посадить, предварительно прогрев. Стекло камеры тоже повреждено у нас здесь. Итак, снимаем слот сим-карты. Так, давайте подключим новый дисплейный модуль.
обалденного качества, конечно, дисплей. Очень чувствительный тач. Я думаю, все в порядке. Можно менять. Очень тонкий, очень легкий, вообще нет веса. Ну и, соответственно, очень дорогой. Стёгиваем батарею. Снимаем системную плату. Отстегиваем батарею. Сейчас, судя по всему, нам нужно будет поставить его опять на сепаратор, разогреем сам дисплейный модуль и будем отделять его от этой рамки. Итак, ставлю на сепаратор, в течение 5-6 минут, я думаю, достаточно. При 100 градусах дисплейный модуль достаточно разогреется для того, чтобы отделить его от этой пластмассовой рамки, и после этого продолжим снимать. Итак, температура 110 градусов. Достаточно горячий. Можно, в принципе, снимать уже.
Обратите внимание, какой тонкий дисплей здесь стоит. Матрица. Вот вам дисплейный модуль Galaxy 6 Edge. Да, таких тонких я еще, конечно, не видел. Двусторонний скотч. Медная фольга тоже. Я думаю, можно будет заменить акриловым. Я бы не сказал, что он какой-то супер-супер липкий, обычный. Обычный двусторонний скотч черного цвета. Ну, приблизительно такой же толщины, как и акрил. Вот, я думаю, что посадим на акрил. Хотя, в прошлый раз я когда менял, я сажал на клей. B8000. Вот. Неплохо получилось. Давайте попробуем сегодня посадить на акриловый скотч. Итак, смотрим, что здесь у нас нужно Кстати, есть дисплейные модуля уже в сборе с этой рамкой. Я их сам не ставил. Не знаю, какая у них цена. Не скажу, какой из них ставится удобнее и лучше. Дисплейные модуля, которые уже идут с рамками, тоже имеют сборки качественные, сборки некачественные, поэтому там уже нужно смотреть на месте. Итак, медная фольга достаточно липкая. Давайте заклеим
акриловый скотч на те места, куда мы сняли старый. Рисуем как следует. Другую сторону. Thank you.
Как видите, несложная замена. Это фирма, у которой мы покупаем дисплейные модуля. Какого-то хрена клеют свое название. В общем-то, все в порядке. Ставим на место крышку. Все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки, не лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.